Вот вы спрашивали меня, и как-то мы с этого разговора, если угодно, съехали. Что может Путин сказать своему народу, который он презирает и в грош не ставит? А он выйдет и скажет в какой-то момент, даже если он вынужден будет увести все свои войска с территории Украины, выйдет и скажет, ставим большую жирную точку в истории с так называемой специальной военной операции. Ну, так называемый, я от себя добавляю, конечно, так называемый не будет говорить. Все, мы победили. Мы перемололи всех украинских нацистов, мы демилитаризовали. Все, ура, ура. Мы уходим, высоко, гордо подняв голову. И день вывода войск из Украины, там, начало или конца, объявят еще Днем Победы. Запросто.